В уютном зале Брестской городской библиотеки имени Пушкина собрались учащиеся школ города Бреста, чтобы познакомиться с образовательными программами и специальностями Белорусского государственного университета культуры и искусств и, возможно, окончательно выбрать будущую профессию. Сегодня у нас обучается около 700 иностранных студентов из 22 стран мира. Белорусский государственный университет культуры и искусств сегодня состоит из 4 факультетов. Это факультет культурологии и социально-культурной деятельности, факультет музыкального и хореографического искусства, факультет художественной культуры и факультет информационно-документных коммуникаций. Во время встречи опытные преподаватели и ведущие специалисты университета культуры и искусств делились своими знаниями и опытом. Они представили школьникам разнообразие образовательных направлений, включая культурологию, хореографию, эстрадное пение, фольклор и множество других специальностей. Ребята узнали не только о предметах, которые им предстоит изучать, но и перспективах и возможностях, которые открываются перед выпускниками в выбранных областях. Мы приехали пригласить ваших брестских школьников стать студентами нашего университета. Как я говорю, самый творческий университет страны. Поэтому рассказывать буду, приглашать буду на специальность музейное дело и охрана историко-культурного наследия. И специальность очень интересная, специальность очень важная, специальность очень перспективная, специальность, дающая возможности тем, кто ее выберет, найти себя. Если вы увлекаетесь историей и вам что-то интересно, какие-то периоды, то вы будете иметь возможность изучить это подробнее. Если вас привлекают какие-то особые артефакты, это, возможно, монеты, возможно, бумажные деньги, если вас привлекают награды, если вас привлекает геральдика, если вы интересуетесь всеми видами исторических источников, вы это тоже узнаете подробно. Те, кто еще сомневался в своем выборе профессии, получили ценную информацию об университете и реальные представления о возможностях, которые предоставляются творческим вузам. Университет искусств приехал сегодня к нам в город, рассказали, какие есть специальности, в принципе, довольно-таки интересно. Я сама творческий человек, и, ну, возможно, если получится, то свяжу с творчеством свою жизнь. Мне понравился сегодняшний разговор, то, как представляли этот университет. Понравилось, что у нас в Беларуси как бы занимаются таким, ну, художественным деятельностью. Возможно, подумаю над поступлением туда, с танцами тоже, может, связано. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.